Добрый день, меня зовут Никита Тамаров, и это Мати ТВ. И сейчас мы вам покажем серию коротких репортажей о нашем институте. Студенты Таганки не догадываются, что на молодёге намного удобнее. А можно выйти? Да, конечно. Привет. Привет. Извините, можно войти? Я опоздал. Свершилось! Наконец-то строительство корпуса Г подходит к своему заключению. Студенты рады этому факту. Ну как, заснял? Да, все готово. Отлично. Так, подожди, а это что такое? Не снимай. К сожалению, кризис коснулся даже Мати, но привычки студентов не изменились. Не вешать снос гардемарины, дурна ли жизнь или хороша. Кризис затронул не только Мати, но и Рамстор. Скандальные съемки. Мало кто знает, что на территории Мати есть отличная столовая. Здесь пила и клуб на Макдональдс. Про студентов Мати знают все в этом городе. Возьмем, к примеру, случайного прохожего. О, вот. Молодой человек, скажите, пожалуйста, на камеру, а что вы знаете о Мати? Чудно, ничего я не знаю. Подожди. Снимаешь? Да, давай. Давай, говори. Студент Мати? Всегда впереди. Ну, громче. Студент Мати всегда впереди. Хей. Значит, знают Мати, знают?